кто знаком с программой ZBrush, вы знаете, что в Lightbox есть именно вот всякие примитивы, тут ZSphere и так далее. Есть вот такие вот собаки, есть головы людей, есть даже в ZBrush 2020 уже и примитивы именно ZSphere, уже сделанные болванки именно животных. Ну и где в мае 2018 все это дело тоже найти. Погнали посмотрим. Мая 2018, и вот вопрос, где здесь находится то же самое, хотя бы такое что-то, то, что есть в ZBrush. Погнали, открываем Windows, находим General Editors и находим именно вкладку Content Browser. Заходим, сейчас она подгрузится. Вот такая вот вставочка. Немножко сейчас я вам ее расширю, чтобы было видней. И вот здесь есть вот такие вот животные. Это вот коровы, рыбы, крокодилы, кошка, челюсти даже есть. Вот жук какой-то, акула, крылья даже для летучей мыши, для вампира. Очень прикольная штука, не надо уже их делать. Так, дальше есть биперс, это вот болванки людей. Вот даже есть волк. Дальше что тут еще? Есть вот кисти рук, одежда, части, штаны, обувь какая-то, ремень или, наверное, это все-таки больше под галстук какой-то, под воротник подходит. Очки какие-то или маска. И вот есть дерево, пень, урна какая-то. Здесь дальше машины, самолет, лодка. Даже вот есть оружие, мечи, топоры, снайперка. Так, есть sculpting stamps. Так, что он нам тут может дать? Это вот есть здесь кисти, brush. Потом есть animal, именно текстуры. City mesh, города. Перья, flower, цветы и так далее. Так, paint effect, закрываем. Что тут еще есть? Mesh examples. О, examples. Здесь вот тоже есть всякая всячина. Буквы какие-то, части чего-то, надо смотреть. Ну и вот здесь тоже есть раскрашенное уже, фонтан, море какое-то. Меня больше интересуют именно модели. Вот это animals. И вот можно их не потихоньку тут вытягивать. Вот так вот берете и бросаете именно на поле. Все это теперь можно закрыть. Вот такая модель. Их можно сюда выкидывать. Также с ними здесь можно именно работать, уменьшать, прибавлять, скайл, долепливать, доделывать. Вот такая прикольная, такие прикольные заготовки здесь. Все, всем пока, полазите, посмотрите.